Привет, мои хорошие! Сегодня будет не простое видео, а золотое. Почему? Потому что я болею, и мне очень-очень тяжело сейчас снимать. У меня болит голова, у меня заложен нос, но Новый год практически на носу. И это единственное, что я не сделала в этом году и должна сделать. Оно просто не дает мне покоя, если честно. Сейчас мой малыш спит, у нас есть ровно уже не 2 часа, а 1:50. Он спит ровно 2 часа у меня. Для того, чтобы покрасить наши корни. Хотела что-нибудь поэкспериментировать, но не знаю, хватит ли у меня сил на все это. Сначала нам нужно просто привести наши волосы в порядок. Я буду убирать желтизну, которая у меня вот здесь. Вот здесь красивый цвет, вот так бы все и было бы супер. Но не так-то все просто. У меня отросли мои корни, плюс смылся тот цвет, который мы красили в предыдущем видео. Вы, может быть, видели, какая красота получилась. Я буду делать все то же самое. И посмотрим, что получится. То есть я теперь корни буду красить захватом вот так вот. Понимаете, да? Не просто корни вот здесь, а корни прям вот до сюда. Вот. А потом затонирую низ опять. Хотя, может быть, и не нужно это делать. Вообще было бы хорошо, чтобы не нужно было это делать, да? Цвет вроде бы хороший, но все равно хочется что-то поярче. Вообще у меня, конечно, волосы надо в порядок привести, потому что я себе не очень хорошо их могу сама прокрасить. Хотела в салон записаться, но видите, мы все заболели, и мама у меня простыла. Поэтому малыша не с кем оставить. В общем, опять в домашних условиях. Просто хотелось бы, честно говоря, сесть вот так, чтобы кто-нибудь тебя накрасил. Но нет так нет, сами справимся. Осталось считанные дни до Нового года, нам нужно быть красивыми. Итак, что мы будем использовать? Часто меня спрашивают, как убрать желтизну волос и так далее. Я буду говорить то, чем пользуюсь я. Первое, чем я убрала не только желтизну волос, но и вообще всякое непонятно что, когда на голове. Просто нужно затонировать на троечке. И первая красочка это была у меня 116. 116 я затонировала на 3. Но, по-моему, 116 это серия SOS. Или SIOS, как называют ее, SOS. И она работает только на 9 и 12%. Поэтому замена ее это 10-16. Если есть такая 10-16, то 10-16 на троечке затонировать все волосы. Попробуйте. Если у кого-то проблема смывается, там как-то криво, кусками где-то, что-то непонятно желтое, пробуйте. Этот цвет более серый. Я крашу 10-66 или 166 с осветлением сюда. Сейчас дальше все подробнее расскажу. Это более такой, он имеет сиреневый отлив. Мне, во-первых, хочется что-то сиреневое, поэтому у меня сиреневое. Плюс для того, чтобы еще более убрать желтизну, я добавляю корректор синий-фиолетовый. Итак, все по порядку. Сейчас мы будем красить корни. Это самое основное сейчас, что у нас происходит. Поэтому я беру краску 166. Это серия SOS. Вот. Которая работает на высоких оксидах, на 9 или 12. Я хотела покрасить 12, но мне мастер сказала, что 12 нужно выдерживать очень аккуратно, то есть точное время. Иначе может так случиться, что отвалятся свои волосики. А на 9 это более щадящее, на 9 можно и передержать, если вдруг вы передержали. То есть, понимаете, на 12 лучше уже к профессионалу идти, чтобы она смотрела, поглядывала. Я не стала брать 12, я взяла 9, потому что я такая, что я могу передержать, малыш, что-нибудь там случилось, я забылась, и в итоге без волос осталось. Нет, нам это не нужно. Итак, берем одну красочку, мне на корни хватает одну красочку, и надеюсь, сейчас тоже хватит, все может быть. Я беру, что у нас тут, активатор, 9, один к одному мы делаем, и два корректора у меня. 0,11 и 0,66. Это у нас синий 0,11, а 0,66 фиолетовый. Вот. Какой-то из них убирает желтизну, какой-то оранжевизну. Что-то такое. Но по одному сантиметру мы добавим. Итак, кто-то мне советовал из девочек, что нужно сначала размешать краску с корректорами, а потом добавлять оксид. И я так и сделаю. Потому что, говорят, может быть пятнами. Я беру красочку и ее вот сюда выдавлю. После того, как мы выдавили нашу красочку, мы ровно по одному сантиметру добавляем наши корректоры. Вот так, по чуть-чуть. Да? Раз. И добавим. На самом деле корректор имеет большую
большое значение, и можно переборщить в ту или иную степень одним сантиметром. Теперь мешаем. Далее мы добавляем 9% оксида. Пока я размешаю основную массу, я это делаю на улице для того, чтобы аммиак, первые его пары выветрились, и нам нормально было и удобно красить волосы без сильного запаха. Смесь наша готова, и я снимаю штаны, чтобы их не испачкать. Уж извините меня. Все как дома. Вот чё мне привирать? Все как есть. Итак, я буду использовать вот эти перчатки, потому что они самые классные. Мне советовали девчонки купить какие-то перчатки в аптеке хорошие, но я не дошла еще до туда. Но вот эти перчатки, которые продавались вот в таких яичках, в какой-то краске, я уже не помню, в какой, по-моему, L'Oréal, они очень хорошие, они не слетают. Не знаю, как они сделаны тут специально, но они классные. И что я хотела еще сделать? А, зеркало взять. Ну что, поехали. Я покрасила корни, я не стала включать камеру, просто начало вам показала. У меня все по одной и той же схеме. В предыдущих видео моих можете увидеть. Сейчас что я делаю? Сейчас я беру обычную красочку 1066. У меня их две на всякий случай по длине, но мне в прошлый раз одной хватило, потому что я делала 1:2. Сейчас я тоже буду делать 1:2, и у меня процент 1,5, 1,3 остался. То есть 3 плюс 1,5 будет что-то между. Ну, в принципе, ничего страшного, тонировать можно от 1,5 до 3. У меня получается 4,5 пополам. Короче, где-то на двоечке я, получается, буду тонировать на одну красочку. Так оно, ну, лучше впитывается, более жиже становится. Ну, короче, можно делать. Тонировать можно на сухие волосы, на мокрые. На мокрые еще более бережно получается вроде бы. Потому что чешуйки как-то там открываются, закрываются. В общем, не суть важно. Я буду делать на сухие. Может, иногда взбрызгивать, чтобы более-менее равномерно все. В общем, делаю сейчас 1066 краску и 2 оксида 1,3, 1,5. Все, красочка моя выветрилась, я одеваю перчаточки снова и начинаю красить прям со стыков, вот где у меня здесь, возможно, желтенькое еще останется, да? Беру прядки. В общем, все, что не покрасила девяточкой, все докрашиваю на другом проценте красочкой. Стараемся все равномерно сделать, чтобы не было там проблесков всяких. Всегда стараюсь, не всегда идеально получается, но что же тут поделать. До этого к мастеру надо идти, чтобы он все тоненько-тоненько, медленно нам сделал. Потому я и хотела пойти к мастеру. Еще открою вам секрет, главное все сделать сверхом хорошо. А там внизу уже... Не самое важное, правда? Там, под волосами.
Все, мои хорошие, я не верю, что я это сделала. Я покрасила волосы, и теперь осталось узнать, что же будет потом. Что я хотела поэкспериментировать, я хотела на остаток краски добавить больше корректора, но я думаю, что это надо делать отдельно, там полтюбика или, может, меньше. И хотела некоторые пряди из-под низу взять и покрасить, но, к сожалению, мое состояние мне не позволяет этого сделать, и я думаю, что это даже в салоне я попрошу лучше, когда будет возможность, поеду. Я, короче, все в краске, надо идти вытирать все лишнее, в общем-то, и ждем определенное время, ждем где-то 30 минут, и я иду все смывать, наконец-таки. Надеюсь, я не заболею еще больше. Знаете, а мне даже самой интересно, получится у меня как в прошлый раз или нет. Все ли удалось мне прокрасить? У нас осталось 20 минут до того, как малыш проснется. И 15 минут посидеть. Пока я ем баранки с чаем. Увидела, какие у меня красивые рисунки получились. Сиреневые маечки. Мне кажется, ничего тогда. Можно походить. Мои хорошие, у нас уже включился телевизор, Денька проснулся, я помыла голову, но вот так вот я гляжу, и что-то желтенькое там виднеется, что-то я переживаю, что там получилось у меня. Нужно срочно посушить волосы. Тут я подумала, а что, я вам сейчас вот так распущу, и мы так на мокрые посмотрим. Вот что-то такое. Все равно видно, конечно, что здесь темное, но так всегда, везде. Чего ты смеешься над нами? Ну не смейся, Дэнь. Сначала мы должны посушить волосы, а потом смеяться или не смеяться, или радоваться. Смеется тот, кто смеется последним, ясно? Ну что, мои хорошие, вот что получилось. В целом меня все устраивает. Единственное, что я вам скажу, немножко получилось по-другому, нежели в прошлый раз. Вот кому интересно, посмотрите. Мне кажется, что цвет здесь был более какой-то светлый или более такой фиолетовый. Ну, в общем, как-то что-то было по-другому. И самое интересное, что вот красила так же, да, единственное, корректоры я развела чуть по-другому. Но у меня еще голова не щипала. В прошлый раз у меня щипала на 9%, а сейчас вообще ничего не щипала, ничего не почувствовала. Не знаю, от чего это зависит, может, от того, что я простывшая. Конечно же, я неравномерно все прокрасила, опять у меня там проплешины и так далее, не буду все показывать, но в целом цвет получается так, это если пойти к мастеру и нормальными руками нормально, ровно все прокрасить. Я мечтаю все-таки попасть к мастеру. Это уже оставим на следующий год. Этот год я встречу хотя бы с более-менее ровным цветом волос. Вот. И цвет реально бесподобный. Вот как на видео вы видите, вот как на видео вы видите, такой бесподобный полярный цвет. Реально он такой и есть. Очень красивый. Я бы хотела, чтобы у меня вся была такая голова. Но я буду решать уже в следующем году с мастерами или сама буду продолжать экспериментировать, чтобы цвет выровнялся и был реально очень красивый и шикарный. Ну, на видео в целом хорошо. Я думаю, при свете дня тоже будет неплохо. Ну, понятное дело, что он быстро смоется, он быстро смывается. Ну что делать? Все, мои хорошие. Все, мои хорошие, в этом году была последняя покраска. Я желаю вам всем быть красивыми, здоровыми. Сейчас это очень актуально. Берегите себя, берегите все, и здоровье волос, и здоровье свое личное. Я желаю вам всем в новом году всего самого лучшего. Но еще мы с вами увидимся в 31 числа, и я скажу все, что я о вас думаю. Я вас целую, обнимаю. Будьте красивыми, и кто не успел еще покраситься, скорее бегите за краской. Хорошо, у нас все ТЦ работают допоздна, и краску можно в любой момент купить и покраситься. Я считаю, что нужно быть красивыми, поэтому, несмотря на то, что я болею, в Новый год я вступлю с нормальными волосами. Ну, все, конечно, относительно, понятно. Все, вас целую, люблю, увидимся в следующем видео. Пока-пока. Дэнь, ты будешь прощаться? Ой, ты майку испачкал, я тебя не покажу. С испачканной майкой я тебя не покажу. Ну говори быстренько, чтобы мы майку не показывали, то испачканную. Скажу, увидимся в следующем видео. Пока-пока. Мы болеем.
Всем здоровья, кто болеет вместе с нами. Да? Ты мой ласковый. Иди. Все. Иди.